Я знаю одного великого человека, великого духовного учителя. Он написал книгу «Путешествие домой» Рагхинатха Свами. Наверное, вы читали эту книгу, многие из вас. Я лично знакомый с этим человеком. Но знаком таким образом, что он для меня старше, а я младше для него. У него очень приятная и мягкая речь. Когда он говорит, все замирают, потому что его речь, она обладает уникальной силой смирения. Невозможно никакого сравнения привести. То есть он уникально смиренный человек. Уникально смиренный. И в личных отношениях я заметил очень выраженную строгость по отношению к нему. Хотя он в сердце своем очень добрый. Он когда видит меня, подходит, обнимает меня там, и так далее. Но в личных отношениях он очень строг. Как раз вот в этот раз, когда мы были в Индии, он подошел, мы сидели, обедали вместе с Александром Хакимовым, который к вам приедет. Это не просто возвышенный человек, как сказала Елена, это ее духовный учитель. И он духовный учитель для многих сотен людей также, для многих моих помощников. Вот. И это старший для меня. То есть мы с ним обедали вместе. И вот эта возвышенная личность подошла к нашему столику, Рагхинат Свами, и он начал общаться с ним. Он подошел к ним, обнял его и говорит: «Когда я стою рядом с тобой», — говорит Александр Хакимов, а он, Александр Хакимов, не знает английский, я не переводил. Говорит: «Когда я стою рядом с тобой, то мне становится хорошо. Как ты думаешь, почему? Мне всегда нравится с тобой стоять рядом». Я перевел Александру Хакимову, и он посмотрел, Рагхинат Махарадж, у него глаза были, как два озера любви такие. А я, когда он шел к столику, так сильно хотел, чтобы он со мной поговорил, просто у него было жжение в сердце. Но он говорил с Александром Хакимовым, с его супругой, он тоже сидел там рядом. И Александр Хакимов, он посмотрел на него так недоуменно и пожал плечами, говорит: «Я не знаю, почему вы так считаете». И он тогда очень широко начал улыбаться, Рагхинат Свами, и сказал: «Потому что у тебя большое сердце». Когда он это сказал, я подумал: сейчас он теперь мне что-то скажет. Большое сердце. Далее. Рагхинат Свами, он повернулся в мою сторону, и очень твердо, спокойно и внимательно посмотрел долгим взглядом мне в глаза. А потом вот так вот отвернулся, поднял голову и пошел. Это было уникальное общение. Когда я получил такое общение от этого возвышенного человека, у меня все встало на место, сразу я понял, как бы, где черти водятся. И сразу все стало понятно, кто я, кто Александр Хакимов, как бы. И все стало на свои места сразу. Все стало хорошо. Но именно это твердое и строгое обхождение, оно для меня было очень значимым и ценным.